Мэр областной столицы Юрий Гришан посетил Магаданский механический завод. На предприятии работают более 180 человек. Завод выпускает промывочные приборы для добычи золота. Механизмы делают и на экспорт в страны ближнего зарубежья. Всегда смотришь на завод. Если на заводе все идет хорошо, значит, никаких проблем особых нет. Хотя на самом деле они есть. Это и то, что цена на металл растет, она растет, цена на изделия готовые, которые выпускает завод. Но спрос, самое главное, есть по этим ценам. Завод набирает обороты, у завода увеличивается численность, увеличивается производственная программа. Завод занимается модернизацией, приобретением новых технологий и оборудования, например, лазерного. ММЗ работой обеспечен, отмечает директор предприятия. Могу сказать, что у нас на сегодня заключено контрактов уже около 400 миллионов на поставку под золотодобычу. Вот сейчас мы отправили в Казахстан. Сегодня мы отправляем на Чукотку, завтра машины будут грузиться. Помимо этого у нас полностью наши артели, которые заказали, будут получать. Мэр Магадана и директор завода обсудили план работ предприятия.